День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Сегодня мы отдадимся рендому серый ребеночек. Ну-ну. Хорошо, давайте тогда пойдем посмотрим, что это с нами сделает. Насколько быстро оно нас убьет. А, к тому же, это еще XL уровень. Конечно же. Это с тем счастьем, которому серому ребеночку выбрасываются ключи. Конечно же, мы пройдем эти два уровня, не получив ничего. Так, давайте тогда будем копаться в какашках, раз такое дело. Раз это уже на то пошло, то по-другому тут уже ничего не сделаешь. Так. Хорошо. И здесь мне в бомбу. Я бы ее поменял на здоровье целое. И еще раз бомбу. Это... здесь было бы классно. Мне также ключи нужны и все остальное, но это... Серый ребеночек, вот на моей памяти, постоянно страдает, потому что ему у него не вываливается это. Таблетка, что со мной сделаешь? Balls of Steel! Это хорошо. Это очень хорошая таблетка. И то, что она у нас есть с собой, и то, что мы можем... У нас есть шанс ее найти, это отлично, потому что это считается плюс 2 здоровья сразу же. Шикарно. Так, гнездышко, ты больше так не делай, пожалуйста. Угу. Так, давайте. Есть. Бомба. Но я сейчас ее пока что использовать не буду. А вдруг я найду бомбу, которой можно открыть 4 бомбы. Знаете, такое тоже бывает. Мы живем в таком мире, что-то всякое бывает, абсолютно всякое, жестокое. Всякое жестокое. Так, хорошо. Ну, ключ, хорошо. Так, какашки. И, оп, есть. Так, давайте пойдем возьмем монетку и накакаем. И пойдем посмотрим еще, что в той комнате. Или то, скажем так, с другой стороны. Потому что я, конечно же, хочу ключи. И давайте один сейчас использую. Так, что такое? Реликвия, на которую мне что-то в последнее время везет. Очень сильно везет мне на реликвию. По-моему, я серии 20 или 30 без нее вообще никогда ее не видел. А сейчас она вываливается. Молодца. И это для серого ребеночка, это считайте. Без реликвии никуда не пойдешь. Но сейчас уже очень-очень... Хорошее количество сердец. Конечно же, всегда хочется больше. Таблеток от жадности хочется. Но уже сейчас мы можем стабильно пойти. Сейчас хотелось бы чуть-чуть больше урона. И тогда можно было бы что-то делать, что-то придумывать. Потому что синим ребеночком, конечно же, самое важное, это добраться до сложных уровней. Как бы нелогично это ни звучало, но потому что тогда мы получаем полароид. И этим полароидом мы можем пользоваться, потому что он нас будет защищать постоянно. Так что это... Считайте, если мы проходим маму, тогда все становится намного легче. Тролль-бомба. Не надо. Не надо тролль-бомба. Я хочу собрать две монетки. Так, давайте тогда пойдем. И мне нужно больше бомб. Опаньки. Потому что, конечно же, бомбы всегда превращаются в... Опаньки. В серое... В здоровье. Когда мы взрываем серые камешки. Но вот этот босс, по идее, он нам должен бросить или книгу анархиста, или какую-никакую бомбу. Одну должен оставить хотя бы. Так. Проклятый. Ну давай, давай. Так, это плохо. Что это? Удваивает... Это нет, он удваивает ключи. Но здесь все равно не дали бомбу. Давайте. Мы так или иначе получаем... два ключа. Если я сейчас найду еще один ключ, то я могу его удвоить, в два ключа превратить. Так, давайте сначала здесь сделаем. Это 100%. Давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Ну-ну. Ага. Понятно. Я ставлю себе денежку на... Так. На магазин. И здесь мы можем вызвать братика. Ну или что-то летающее за нами можем вызвать. Так, нет, я последнюю бомбу все еще оставлю на... Для того, чтобы взять одной бомбой много бомб. Понадеяться просто. Так, я скорее всего книжку тогда, если ничего лучше не найду. Чего я лучше пока что не найду, у меня больше комнаты закончились. Нет, я может быть найду, например, синюю книжку в магазине. Это будет классно и обалденно и шикарно.
Но до этого пускай побегаем пока что с Monster Manuel. Так, хорошо. Так, давайте, давайте, парни. Приятно то, что их паупутина тоже останавливает и замедляет. Так, реликвия, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Давайте пойдем дальше. И, ой-ой-ой, как он близко ко мне стоял, но, по-моему, они, если, вот именно если пухлоголовики ко мне прикасаются, то ничего страшного не происходит. А если эти товарищи прикасаются, то они мне наносят урон. Проклятые. Так, понятно, ключ. Это хорошо, значит, золотой сундук можно открыть. Или оставить ключ на следующий этаж, накопить на корову. Так, я, это мне стоит переставать это делать. Потому что это нездоровое, нездоровое хобби. Так. Ну, я себя зажал там. Это хорошо, что я проскочил. Так, теперь мы можем еще один синий камень взорвать. И я, знаете, что хочу? Я хочу всего лишь маленький камешек. И... Так, да, давайте и здесь тоже посмотрим, что такое. И серое сердечко. Ух-ху-ху. Хотя, это тринкет. Тринкет, который дает нам вечное сердце. А то есть, считайте, у нас на каждый этаж... то есть, мы в самом начале этажа получаем вечное сердце. А потом... в конце этажа, если мы его доносим, то мы получаем серое сердце уже, считайте. Просто серое сердечко получили, хорошо. Давайте посмотрим, что в золотом сундуке. Достаточно бомб, хорошо, отлично. Знаете, я бы не отказался от судьбы. Потому что у серого ребеночка, по-моему, она очень-очень часто вываливается из золотых сундуков. Это полет, это, по-моему, слезы какие-то улучшенные. То есть, классная-классная вещь. Так, давайте посмотрим еще, что у нас здесь такое. Так, еще одна вещь, которую можно взорвать бомбой. Понадеяться, например, на еще ключи. Потому что, конечно же, нас ждет магазин. У нас 19 монеток. У нас все в порядке. Мы можем идти. Так, карта. Что за карта? Луна, которая меня отправляет в секретную комнату. Давайте сейчас сделаем, чтобы бомбу не тратить. Ключи, монетка, это шикарно. Так, секретная комната, 6 монеток. Отлично. Итак, магазин, я иду к тебе, при том, что этот магазин, он обычно без жадности. Так что это очень хорошо. Давайте тогда пройдемся, пробежимся. И на, как раз у нас там в той же, в том же районе. На районе у нас и босс, и магазин. Да. Хорошо, идем, идем дальше. Идем, так, что у нас такое? Магазин, скажи мне, что, лестница? Ой, ну давайте возьмем лестницу. Так уж и быть. И ключ еще один возьмем, на всякий случай. Так. Сейчас посмотрим, против первого или второго босса будем использовать книжку. Сейчас он нам подскажет это. Я думаю, против второго босса будем использовать книжку. Хотя этот бой будет очень-очень долгим. Но, с другой стороны, тут ничего сложного особо-то и нету. Так, есть. Хорошо. Итак, что мне... Что я не хочу получить от босса, это я не хочу получить... апгрейд на здоровье. То есть вот что-что, а апгрейд на здоровье ну не совсем не нужен. Ну мне некуда его себе засунуть. Это всего лишь одно серое сердечко с постамента. Мне эта реликвия даст за 8 комнат. То есть, я откажусь от здоровья. Дайте мне лучше урон. Вот что-что, а урон я хочу. И у меня сейчас, по идее, больше 3 сердечек. Да, как раз... как всегда, по идее, стандартная вещь — это получить 9 жизней серым ребеночком. Было бы классно. И потом ходить, конечно же, по сатане и собирать все-все-все вещи. Но это... Да, посмотрим. По идее, мы уже сейчас собрали хорошие вещи. Это уже вполне-вполне. Очень-очень даже очень. Но хочется больше. Больше. 10. Так. Jesus Juice, по идее, шикарно. Так, по идее, если я сейчас соберу вечное сердце, то вечное сердце, которое мне даст Мэгги на следующем уровне, должно... А нет, нет. Я получу сейчас на следующем уровне и еще одно вечное сердце когда получу. И это, считайте, косвенная это дальность, это больше слез, это косвенный апгрейд на урон. Это хорошо. Так, и вот, давайте используем. Он тоже героический. Кого мне дали? Муху нападения. Ну, так себе. Особенно не дальнюю муху, а ближнюю муху нападения, что не очень... Так, давайте теперь отойдем отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, товарищ, не надо. Не надо быть таким резким. Зачем ты такой резкий весь? Весь такой резкий, ё-моё. Так, теперь отходим отсюда. А то он нас прямо к стенке прибьет. Есть. И... Хорошо. И чуть-чуть.
Опаньки, голова. Все, голова. Можно, можно обстреливать. И опять же, все, все кроме здоровья. Здоровье я как-нибудь сам. Сам. Кусок мяса, серое сердечко, это отлично. Ну что, мамин нож? О, господи. Голова Гаппи или сестричка Мэгги? Давайте сестричку Мэгги возьмем. Потому что это, конечно же, дополнительный урон. А здесь у нас, видите, у нас еще сейчас, по идее, должен быть эффект от крестика. Так, есть, есть, да. Три сердца и вечное сердце, хорошо. Все, идем дальше. И да, это была приличная покупка. Это не самая лучшая покупка, особенно если мы случайно найдем священную воду, которую мы не будем поднимать. Но, в общем, нормально. Живем, двигаемся, 15 монеток, 2 ключа, 2 бомбы, всего более или менее достаточно. Самое главное сейчас не получать глупый урон, который я совсем недавно получил. Да, и тогда будет все хорошо. Так, что у нас еще? А, может быть, чуть-чуть базовый урон приподнять. То есть это было бы приятно. Так, чтобы вот... Хороший урон начинается тогда, когда мы убиваем маленьких мух с одного удара. Вот это тогда можно сказать, да, да, это прилично. Так, еще одно серое сердечко, всего лишь одно, но все-таки что-то. Да и есть, что-то мне даст шанс пройти чуть-чуть дальше в этой игре. Престолов, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, осторожно. Так, самое главное, от героического не словите каплю. А то оно целое сердце забирает, и это нехорошо. Так, это, по-моему, Balls of Steel. Реликвия, большое спасибо. Нет, это неизвестно что. Это больше слез, не откажусь. И там две бомбы, до которых я мог бы добраться лестницей, если бы там не было огромного обрыва. То есть всего лишь одно место было бы. Видите, то есть я могу сейчас упереться в это, но... И я про лестницу забыл совсем, так что, может быть, я что-то пропустил, что можно было собрать. Но лестница. Вот, честно, почему она на героя не показана? Может быть, вот, чтобы за спиной торчало что-нибудь такое, чтобы можно было постоянно знать, что у меня есть лестница. А то про нее забываешь. Как-то. Ну, лезь, ну, хорошо. Ну, иногда бывает. Так, давай. Ну, парень, давай. Не стесняйся, не стесняемся, умираемся. Ключ еще один. Сердечко. То есть игра решила поиздеваться. Давайте будем выдавать красные сердца, когда они совсем не нужны. Так, хорошо. Зато игра мне дала ключик, чтобы можно было сходить в магазин и открыть еще что-нибудь. Батарейка. Давайте возьмем. То есть пока что я не знаю. То есть вот это Монстр Мануэл. По-моему, это самое долгое время, которое я держал Монстр Мануэл в руках. Целые два уровня. Может быть, попадется что-то приятное, что... Вот серое сердечко. О, серое сердечко. Синяя книжка, которая дает синие сердечки. Было бы логично, но нет. Синяя книжка, которая дает серые сердечки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И знаете что, давайте сейчас посмотрим, что за босс. И потом, может быть, вот в эту боевую комнату тоже сходим. Нет. О, господи. Червячок, по идее, классная штука, которая наносит много урона. Самое главное, им вовремя стрелять. Самое главное, его выстрелить в врага. Вот так вот, например. Хорошо. И тогда все будет хорошо. Тогда все будет отлично. Так. И, ну, хорошо. Это не слишком долго, это не слишком болезненно. То, что происходит сейчас в бою. Но все равно хотелось бы чуть-чуть больше урона. Есть, хорошо. Еще одна сделка с сатаной, не откажусь. Мне даже не хочется Крэмпуса. Сказал я и получил Крэмпуса. Но ничего, у нас сейчас как раз в бою. Мы сможем зарядить себе книжку, вызвать кого-то на помощь себе. И знаете, мы наносим уже это. Это не слишком страшно. Сестричка Мэгги вполне нам помогает. Но зато, то есть, скорее всего, я тут потеряю эти три сердца здоровья, да. Да. Но ничего, это не страшно. Так, а кого я получу? Опять червячка? Это отлично. Хотя им тяжеловато попасть в Крэмпуса, потому что Крэмпус постоянно двигается, а на одном уровне с ним стоять не хочется. Совсем не хочется стоять с ним на одном уровне. Поэтому червячок может быть не самая лучшая вариация. Ну, посмотрим. Так, ага. Опаньки, попал. Я червячком попал, он меня попал.
Ничего. Так, хорошо, идем дальше. И да, я сейчас, скорее всего, словлю эти три сердца урона. Бедная, бедная. Но все-таки пройду. Получу уголек. Да, вот они. Вот они. Так, есть, есть. Ну что, пойдем в боевую комнату или нет? Будем искать секретную комнату или нет? У меня две бомбы всего лишь. Первое, я могу, по идее, здесь пройти, открыть золотой сундук. Но я хочу ключ этот оставить. Здесь я могу потратить бомбу на ключ. А, вот как раз. Я могу здесь проверить. Так. Есть. И то получил. Все. Это того стоило. Игра стоила свеч. 100%. Теперь мы проходим дальше. Открываем золотой сундук. Это у нас дальше стреляем. Это приятно, особенно с угольком, который нам дает, чем дальше мы стоим, тем дальше мы можем выстрелить. И давайте пойдем дальше. Давайте я глотну жидкости. Угу. Так, хорошо. Еще одно серое сердечко. Зубастая комната, которая, по идее, манит, но я пока что не буду этого делать. То есть я немножко подожду. Да, мухи еще не умирают с одного выстрела, но это уже достаточно близко. Еще одно серое сердечко. Спасибо, реликвия. Так, мини-босс. Давайте с ним разберемся. Мини-боссиком этим. Так, и как всегда, нам сейчас выгоднее стоять намного дальше от босса. Так, самонаводящиеся выстрелы. Не. Бывают ситуации, когда приятно. Так, давайте сделаем так. Давайте сделаем как-нибудь так, чтобы не потерять здоровье от всего от этого. Ключ. Это хорошо. Можно было, по идее, не терять здесь, не получать здесь урона. Это абсолютно не надобно было. Давайте вот здесь вот запустим себе самонаводящиеся слезы, чтобы особенно на них не концентрироваться, двигаться, уворачиваться от выстрелов, а не пускай. Пускай уже сами. Сам. Угу. А как же? По-другому не бывает. Так, теперь вы. Издалека. Умираем. Есть. И ты тоже. Хорошо. Конечно же, красное сердечко. Опаньки, это случайно не замораживающий эффект? Ухо-хо-хо-хо-хо, это класс. Замораживающий эффект, это шикарно. Я его так редко получаю, что я в лицо его уже не знаю, как бы. Но все-таки, это класс. Это хорошо. И теперь, по идее, мне этого хватит, чтобы пройти всю игру, как ни странно. Но мне чуть-чуть больше урона. Вот чуть-чуть. Не слишком много. Чуть-чуть больше урона. Так. Хорошо. Так. Может быть, какой-нибудь пакт или что-то такое. Так, это я магазин открыл. Я молодец. Ключ лишний. Лишнего ключа не бывает. Еще батарейка целая. Я от нее откажусь, зато возьму ключ. Ой, хорошо. Ну что, если здесь у нас гадалка? Нет, гадалки здесь нет. Зато здесь червонец лежит, валяется, ничейный. Хорошо. Я не откажусь. Абсолютно не откажусь. Так. Турельки. Хорошо. И... Опаньки. Отлично. Так, что у нас здесь? Леталки-кричалки. Притом одна из них героическая. Лучше на нее не попадаться. Так, ты здесь. Ты... Героическая. Товарка героическая есть. Все. Рассосалась. Героическая комната. Если в ней не здоровье, в ней трусы, то, скорее всего, я вернусь от босса. И тогда сделаю все. Так, босс... Давайте сразу же себе друга вызовем, чтобы быстрее с боссом разобраться. О, лазерный ребеночек. Робо-ребеночек. Это класс. Это класс. Так. Бедняжку замораживаю. Вот так. Вот почему я говорю, что мне не нужно слишком много урона. Мне нужно чуть-чуть, вот чтобы с мухами сразу же с одного удара разбираться. И тогда можно уже... Можно идти спокойно, можно разобраться с ангелом, можно разобраться с синим ребеночком. Самое главное пройти маму, потом все будет намного легче. Так, хорошо. Плетка о девяти концах. Что у нас здесь такое предлагает нам? Гвоздь и лопату. И так как у меня есть батарейка, и так как я могу еще батарейку взять, гвоздь это 100% скидка, потому что
мы, сражаясь, мы все делаем, мы его заряжаем, мы получаем, получается, серое сердечко, урон, конечно же, он нам делает буст. И вот видите, я сейчас соберу эту батарейку большую, буп, теперь могу еще раз использовать, так что это очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Отлично. Так, давайте схожу все-таки в зубастую комнату. Мне интересно, что тут будет такое. Две тролль-бомбы. Ну, бывает. С кем не бывает. Со всеми бывает. Так, хорошо. Хорошо. И гвоздь... Знаете что, мне теперь уже даже книжка не нужна. Что мне было бы интересно, это посмотреть, где у нас секретная комната. То есть она, скорее всего, не по бокам зубастой комнаты, а то у меня был бы проход. Значит, она здесь. Отлично. One up. Хорошо. Это я не откажусь. Я не откажусь от ванапа. Давайте пойдем дальше. Считайте, лишний шанс, если я совсем наглуплю. И да, давайте возьмем труселя. Давайте с боссами маленькими разберемся быстренько. Это будет несложно, это будет просто. Это будет достаточно даже быстро. Хорошо. И есть, есть. Так, червячок, червячок. Бедный, бедный замороженный червячок. Так. Ну, есть, есть, хорошо, есть, и ты, все, все, есть. Мне даже плоскую монетку дали. Больше ключей, когда буду поднимать монетки. Вместо одного гарантированного серого сердечка на каждом уровне. Давайте я возьму ключи, потому что ключи мне могут еще пригодиться и на сундуке, и вообще везде, потому что я хочу открывать золотые сундуки. Мне оно больше пригодится, чем вот это одно лишнее сердечко. Я думаю, что я сейчас смогу, особенно вот с этим гвоздем, который у меня сейчас чуть ли не каждую вторую, третью комнату будет заряжаться. Я буду все-таки получать достаточно серых сердец, чтобы пройти далеко, ну, по крайней мере, пройти маму. Вот видите, я могу сейчас, например, увеличить себе урон. Здравствуйте, дорогие. Оп-оп. И у меня даже выросло здоровье. Я его не то чтобы не потерял, оно у меня выросло. Так, хорошо. И мозг. Давай, турельки. Турельки противные. Хорошо, идем дальше. Так, зомбики. Зомбики, мои зомбики. Притом один из них героический зомбик. Мой. Так. Давай, вот. Не поворачивайся ко мне. Хорошо. И... А, гвоздь. Считайте, это каждую комнату, каждую вторую комнату я могу использовать. Каждую вторую боевую комнату, вот как стоит. В библиотеку мне незачем идти. Там можно туда сходить поменять, например, понадеяться поменять ключ на одно серое сердечко, но, по-моему, это невыгодно. Мне лучше ключи оставить у себя в руке. Потом, если я сейчас найду секретную комнату и наберу кучу ключей, можно будет тогда просто сходить полюбопытствовать. Но, в общем-то, это не очень важно. Так, хорошо. Карта. Мир. Карта мира, я ее оставлю пока что. Посмотрим на ангеле или на сундуке. Ее очень важно использовать. До этого, я думаю, мы прорвемся пока что. Так, вот, видите? Обалденно. Хорошо. То есть обе батарейки пригодились. Хотя я на них раньше ругался, то, что они мне в последнее время не пригодились. Но вот в этот раз абсолютно, стопроцентно. Так, товарищи, липеры-пуперы. Липеры-пуперы-липеры-пуп. Растянулся. Я его в растяжке заморозил. Это было больно. Ему очень-очень больно. Так, бомбомуха, хорошо. И так, товарищ, ты. Твою налево. Ну, ничего, не страшно. Так, давайте сходим тогда сюда. Ну, это хорошо. Это 5 бомб, считайте. Все, мне жалко. Так, теперь мы можем пойти походить, посмотреть, где у нас... Так, вот теперь, например, выгодно использовать гвоздь. Пойти посмотреть, где у нас секретная комната, собрать монетки и опаньки, и получить ключи. Или, например, здесь то же самое сделать. Отлично. И теперь можно, например, идти в библиотеку, посмотреть, что у нас там будет. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь секретная комната. И... Есть! Хорошо. Еще больше ключей. Даже золотой ключ нам дали. Чудесно. Я не откажусь.
Так, тогда 100% нужно сходить в библиотеку. И сейчас было бы приятно, конечно же, найти кучу-кучу золотых сундуков, в которых был бы полет, и можно было бы тогда уже сказать: игра, сдавайся. Нет, ну хорошо, игра, сдавайся, нельзя говорить, потому что у меня маловато урона, и вот как в прошлый забег, как меня один уровень сжег, вот так же я и могу сейчас сгореть на каком-то уровне, на котором будут сложные-сложные комнаты. Но, с другой стороны, я уже вполне-вполне уверен в том, что мы сможем, по крайней мере, дойти далеко. Угу. Так. Давайте сюда. Есть... Кто? Кто меня здесь ждет? Мухи. Мухи маленькие, мухи большие. Мухи, которые наносят мне урон. Так. Зомбики в неприятной-неприятной комнате. Так, давай. И давайте подбежим. Есть, хорошо. Гвоздь. Давайте будем тогда... А, как раз здесь можно камни поубирать все, чтобы они не мешали стрелять. Давайте все уберем отсюда. Мы можем давить камни, когда у нас запущен гвоздь. Хорошо. И так. Так. Ой. Ой-ой-ой, зачем это я? Зачем это я получил урон? Для кого это я получил урон? Ага. Кишочки. Есть. И... Ну. Давай. Хорошо. Знаете, что было бы еще приятно? Прозрачные слезы. Да. То есть не прокалывающие, а именно прозрачные, которые по камням проходят. Так нужно было на следующей комнате использовать. Но нет, оказывается, все хорошо, все отлично. Серое сердечко от реликвии, монетка, ключ. Да. Уже даже слишком много всякой всячины. Я уже теряюсь среди богатств. Хорошо, отлично, бомба. Ключ не забываем. Бомбу забираем. Здесь можно было бы поиграть. В надежде... Давайте поиграем до 15 монеток. В надежде на дружелюбную муху. Это то, чего мне пока что сейчас не хватает. Вот 100%, чтобы пройти игру. Две монетки. А, ну и получается, если так, то я даже не откажусь, от... если он будет мне бросать монетки, потому что я буду получать ключи. Хорошо, и тогда можно будет спокойно выложить уже плоскую монетку, взять полароид и не думать о том, что у меня... Ай-яй-яй, где же мне взять ключи? На сундук или на всякое такое. Так, хорошо. И... Давай, дружелюбную муху проклятый. Давай. Красная сердечка нет. И последняя. Монетка. Ну что ж, давайте еще раз сыграем тогда. Нет, все, все. Ключ зато. Все, идем дальше. Липеры, 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 липеры. Пуперы, пуперы, липеры. Так, осторожно, осторожно. Не это. Не дер... то есть нужно дергаться. Это я не дергаюсь, не дергаемся, говорю врагам. А, давайте пожадничаем. Чуть-чуть. Есть. Сказал я и получил урон. Молодец. Так, давайте тогда у босса запустим гиш. Еще больше заморозки. Это класс. Так, у босса используем гвоздь. И видите, то есть урона у меня не так уж много. Ну, просто из-за того, что я могу контролировать боссов заморозкой. Это очень-очень важно. Так, и то, что я могу использовать гвоздь снова-снова-снова и снова. Заряжая его. Хорошо. Давай дальше. Давай. Опа, та-та-та-та-та-та, товарищ, не надо резких движений. И есть, и даже сделка с сатаной, еще одна. Хорошо, что ты мне предложишь теперь? Таблетку или лапку Гаппи? Мне ни то, ни другое не интересно. У меня шикарные сейчас вещи, я не хочу этого ничего делать. Давайте пойдем. Итак, это уровень с мамой. Ой, ой, потягушечка, ой, потягушечка. Ох, хорошо, потягушечка пошла. Давайте, давайте прогуляемся. Ой-ой-ой. Так, парни, 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 парни. Спокойно, спокойно, парни. Парни, спокойно. Я хочу с ними разобраться побыстрее. Так. И, может быть, об них еще зарядить гвоздь. Так что мне, по идее, если в комнате с большим количеством врагов, то это мне выгодно использовать гвоздь. И из-за урона, и из-за того, что он будет заряжаться об умерших врагов и об попадания. Так что это стоит делать. Давай, та-та-та-та, есть. Опаньки, опаньки, опаньки. Вот, сказал я и получил урон. Чудесно. Там здесь неприятно, я получаю от этих червячков именно тот урон, который восстанавливаю гвоздем.
Не, мне жаловаться-то. Не, мне лучше сейчас сидеть и молчать с такими вещами. Но я человек. Я человек, игравший в эту дуру 200-250 часов. Я могу жаловаться, я как старая бабушка, которая все уже видела. По идее, ничему уже не удивляется, но все еще жалуется. Так, давайте сходим в золотую комнату. Бюстгальтер. Мило, конечно же, но нет, откажусь. Давайте пойдем дальше. Ключ. Так, в зубастую комнату я даже не знаю, что я там могу найти, что мне пригодится. Вот тут честно. У меня сейчас уже шикарная комбинация, редкая комбинация, которая, особенно у синего ребеночка, тяжело ее получить. Но все-таки. Знаете почему? Знаете, почему мне повезло? Потому что я на первых уровнях получил достаточное количество ключей и бомб. Вот и все. Я от этого смог оттолкнуться. Если бы этого не было, мне была бы хана. Я бы не смог бы это все сделать. Так. Хорошо, спокойно. Спокойно, мухи, красные сердечки и всякое такое. О, господи, ого, самая сложная комната в мире. 3 червячка вместо 2. Это героическая комната. Вечное сердце. Давайте возьмем, пускай оно хорошо защищено. Давайте быстренько с этим расстреляемся. Спокойно. Серое сердечко. Вот, господи. Вот реликвии. Куча монеток и ключей. Но у меня недостаточно скорости, чтобы это все хорошо собирать. Так что давайте просто пойдем дальше. По-моему, я замедляюсь, когда я получаю гвоздь. То есть использую гвоздь. Что это? Опаньки. Еще раз. Вот здесь это лучше. Спокойно. Все можно без нервов сделать. Хорошо. Идем дальше. Парабрейсики. Дрясьте, товарищи, парабрейсики. Гвоздь еще не зарядился, а вот теперь зарядился. Так, и... Давай. Тип. Есть. Хорошо. Все, идем дальше. Гадалка, которой советуют не ходить почему-то. Я не знаю почему. Давайте до 30 монеток поиграем. По-моему, мне у нее не должно особо вести из-за синего ребеночка. Но, как бы, надежда. Да, отлично. За 4 монеты я получил 2 бомбы. Потратил по глупости 1 ключ, но ничего. Так, мы можем сразу же, по идее, идти к маме. Но хочется сходить в магазин, посмотреть. Может быть, нам дадут компас или карту. Это уже будет лучше, чем просто так вслепую шляться по красным уровням. Так, заходим. Ага, синие шипы на меня не отреагировали. Молодцы, хорошо. Это мирно. Мы не то чтобы мы враждуем, мы просто друг друга активно игнорируем. Вот и все. Давайте. Господи ты, боже мой. Так, хорошо. И, ну, есть. Это можно проигнорировать. Здесь у нас что? Компас. Чудо. Хорошо. Все. Теперь можно идти к боссу. У меня, получается, здесь еще 2 комнатки остались. И это не мини-босс комнаты. Там шипастая комната и простастая комната. Так что давайте просто пойдем к боссу. И настреляем ей. По голове. Угу. Так. Хорошо. Здоровья у нас предостаточно. Осталось только ее заморозить в хорошее время. Хорошей позиции, может быть. Опаньки, вот. Нет. А теперь тоже не заморозка. Может быть, на нее заморозка мамы не действует. Так. Но Гишика заморозка должна же вроде бы действовать на нее. Айсик! Нет, заморозка мамы на нее не действует. Хотя логично, по идее, то, что вещь мамы на маму не действует. Но все-таки... Хотелось бы ее заставить постоять, словить от меня урон. Так. Осторожно. И, ну хотя бы от Гишика. Так, наступи себе на глаз. Нет. Так, спокойно. Осторожно. Нет, она на меня наорала, но ногой не наступила. А вот теперь есть. И так. И, как видите, она не слишком быстро, но стабильно. Очень-очень стабильно. Хорошо. И теперь у нас полароид, который нас защищает. И теперь у нас
дикое-дикое, пошлое, можно даже сказать, количество здоровья, которое мы пойдем. А, мы можем даже вот так сделать. Пойти дальше. Так, все, все. И мы даже знаем, с какой у нас, с какого центра у нас босс, куда нам нужно направляться к нему. Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи, точно знаем. Можно ни у кого не спрашивать. Так. Ну, парень, давай, не стесняйся. Оп, реликвия, спасибо. Идем дальше. Бластисусики. Это не страшно, если они останутся на месте стоять. Когда их можно из центра потихоньку выковыривать. Угу. Есть и все. Ой, ой, как он в воздухе весело завис. Так, ура! Завис он в воздухе. Так, хорошо. Это, да, это не XL уровень. Окей. Так, давайте тогда разберемся с этими товарищами. Быренька, 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 быренька. Быренька, быренька, быренька. Есть. Есть. Ну, давай, есть. Хорошо. Так, это наша копия, которую мы можем расстрелять просто так, которая почему-то телепортируется. Зачем-то. По какой-то веселой причине. Мы ее кубиком убьем. Давайте гвоздь. Гвоздь я постоянно не вовремя использую, но ничего. Так, я не получил урон. Как ни странно. Я не против. Я даже за не получение урона. По абсолютно непонятным причинам. Так, сердечко, ты? Вот ты. Тебе я убью последним. Хорошо. К боссу? К боссу. Ну, так себе. Неприятно, конечно же, но ничего. Тут мало места для него, чтобы туда-сюда скакать, так что, скорее всего, сам себя взорвет. К тому же еще. Гвоздик я уже оставлю на босса, лучше пускай. Так. Хорошо. Есть еще сердечко. Двойной Локи. Локи-Локи. Локи-Локи. Так. Как-то он быстро замерзает. То есть, как мама вообще не замерзала, так он практически каждый раз замерзает. Что приятно. Я не против. Ой-ой-ой. Хи-хи. Во время анимации, когда они замерзают. Вот, например, вот так вот. Это очень прикольно. О, серое сердечко. Как я тебе радуюсь. Все, все. Так, хорошо. Второй красный уровень. О, господи, как мне туда дойти? Как мне туда дойти? Спасите меня, пожалуйста. Спасите наши души. Так, что за таблетка? Мне просто любопытно. А, друзья, до конца. Намана, намана, намана. Так, так, идем тогда. И здесь, по-моему, то есть первое, что нам нужно сделать, это пойти налево. А там мы уже разберемся, кто кого и что чему. Хорошо, и... Есть, есть. Гвоздь на следующий. Вот теперь гвоздь. Хорошо. Опаньки, и вот оно. Первый раз я получил урон на красных уровнях. Мог бы получить ачивмент, если бы сейчас не сглупил. Жаль. Но ничего, не страшно. Хорошо. И ключ. Так это у нас что, боевая комната будет здесь, получается? И осторожно. Есть. Хорошо. Здесь кишочки. Есть. И ты от куска мяса умирай. Так, мы можем сходить в боевую комнату. У нас будет 3 босса. Но если, например, такая стоящая, абсолютно стоящая вещь, то, скорее всего, стоит. Так, хорошо. Здесь было бы сложно, если бы я не мог давить камни. Но так я могу... У-у-у, притом секретный камень синий нашел, спрятанный, в котором был камышек, и который мне вот сейчас вот дал именно то, что я просил, чуть-чуть, еще чуть-чуть больше урона. Этого вполне хватит для того, чтобы убить всех направо и налево. Так, отлично. Это что у нас? Удваивает ключи. А как же? Почему бы и нет? Что у нас у босса? Кумная. Нет, нет, нет. Я сейчас из-за этого не буду рисковать жизнью. Я, по идее, не рискую жизнью. Это не особо сложно забег это, но все-таки... Да, даже просто времени тратить на это не хочется. Так, хорошо, гвоздь. Хорошо. Так. Так. Нет, это. Знаете, я на секунду подумал, может быть, когда я превращаюсь вот этого большого страшного, у меня исчезает заморозка, но нет. Как показал эксперимент,
заморозка никуда не исчезает. Так, хорошо. И последний червячок есть. В сундуке у нас бомбы. Еще бомбы, не откажусь. Итак, мамино сердце, которое будет достаточно простым. Просто нужно сесть, успокоиться, сконцентрироваться, дышать спокойно и все. И ехать. Ехать, ехать, ехать. Можно было бы ставить бомбы в наглую. Абсолютно в наглую. Так. Сердце все-таки смогло убежать. Сумело каким-то хитрым образом выбежать отсюда. Угу. Так. Еще раз. И мне интересно, насколько... То есть накладывается эффект гвоздя на гвоздь или нет. Так, уже вторая фаза. Чудесно. Хорошо. И видите, то есть мне здесь не нужно много урона. Мне просто нужно попасть пару раз в босса, и тогда он никуда не двинется. Все, все. Так, ну что, сундук или... Я думаю, что здесь все достаточно понятно. Просто идем направо. Так, давайте гвоздик используем. Хорошо. Есть, есть, есть. Отлично. Так, всадничек с бомбочками. Опаньки, секретную комнату мне открыл. Я не против. Мне даже интересно посмотреть, что там такое тусуется. Все. И теперь еще. Жестокая, жестокая, жестокая смерть в заморозке. Но есть, есть ключик, серое сердечко. Ключ папин. Нет, никуда себе засовывать его не буду. Давайте просто его поднимем, опустим. И знаете что? Оказывается, тут карта идет вниз. Меня это немножко пугает, но давайте. Пока что все хорошо идет. Пока что... И тут я понял, что я заблудился. Так, хорошо. Давайте тогда как ангелов расстреляем. И есть, есть. Что в боевой комнате? 99 ключей. Не хочется просто из-за этого тратить время. Это всего лишь на 50 ключей больше. Так, а то есть нам, скорее всего, нужно налево, потом наверх, потом направо. Оказывается, все оказывается было сложнее, чем я думал. Так, что за толбетка? О, защитная муха, чудесно. Так, есть, есть, идем дальше. А давайте посмотрим, что в сундуке. Почему бы и нет? Нет, 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 идем дальше. Вот теперь мы попадем, мы идем в правильном направлении. Хорошо, и еще раз гишек. Есть, есть. Вот, гвоздь готов к использованию, к употреблению в охлажденном виде. Есть, опаньки, толбетка какая-то интересная. Что за толбетка? Так, ты. По идее, можно уже стоять на месте и никуда не двигаться. Но это так. Так, это что, пубертет? Ну, настал, ну, бывает, ну, настал пубертет. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Слишком поздно дергаться. Пубертет настал. Непрошенный. Так, лошадка. Есть, есть. Есть, хорошо. Ключик. Гвоздь используем. Я думаю, я обойдусь здесь без гвоздя. Зато урон получил. Так или иначе, урон я словил. Я молодец. Я тут тоже думаю, я просто хотел себе гвоздь сразу же оставить на этого, на ангела. Все, все, поехали. Тогда поехали. Ага, ага, ага. Давайте будем подталкивать к нему бомбы. Хорошо. И по идее, мне не страшен серый волк, вот честно. Скажу вам абсолютно честно. Мне не страшен серый волк. Я не знаю, зачем я вот так вот грубо обхожусь с бомбами. Они же мне ничего такого плохого не сделали. Так, идем дальше. Ты что, по крайней мере, уже вторая фаза. Это уже лучше. Так, выходит из заморозки иногда, что неприятно. Но, с другой стороны, у меня так много здоровья и эффект полароида. Да. Хорошо. Опаньки. Здрасте, я ваша тетя. За что вы вашу тетю так жестоко избиваете? Как ангелы? И тут нужно будет уже чуть-чуть подвигаться. Может быть, чуть-чуть.
Давайте подбросим бомбу. А вдруг подфартит? А вдруг повезет? Вдруг прокатит? Это все? Хорошо. Есть. Отлично. Все. Так, что у нас сейчас в сундуке? О, господи, тут совсем недалеко до босса. PHD, шоколадное молоко, Абель и вырви глаз. Так, давайте сейчас используем карту. Далеко! Так, вырви глаз. Абеля я брать не буду, скорее всего. Мне незачем PHD, по идее, тоже незачем, но просто поднимем. И все. Шоколадное молоко можно, по идее, взять, но это как бы для мазохистов, потому что каждый раз нажимать на клавиатуру, это... Оно давит, оно просто давит на мозги. Заниматься этим не хочется. Так, товарищи, не подходите слишком близко. Оставайтесь за линией! Да, я слишком сильно замедляюсь, когда использую гвоздь, но ничего, не страшно, это терпимо. Так, хорошо. Давай, парень. Умирай. Активненько. Опаньки. Понимаете ли, тролль бомбы меня не бросается. Так, еще гвоздик. Ой. Хорошо. И... Все. А ты тоже туда же. Давай, у тебя здоровье уже. Все. Нету больше здоровья. Опаньки. Улучшенные бомбы. От этого никогда не откажусь. Двойной червячок, что само по себе не страшно. Я увернулся. Тут у меня мозг как... Тихо, подожди, как это вообще произошло? Что произошло только что? Я не знаю. Так. Еще один гвоздь, который я сейчас уже пользовать не буду. Паньки. Это ловушечка для тех, кто любит бегать сразу же вперед. Так, я опять же гвоздь здесь использовать не буду. Я подожду, пока... О, господи, нужно двигаться. Пока мой этот товарищ рассосется. И на синего ребеночка сразу же использую гвоздь. Там можно было, по идее, сложный бой, но ничего, сейчас растусуем ситуацию. Так, и товарищи. О, лошадку убиваем. Есть, отлично. Теперь этого товарища убиваем. Хорошо. Так, здесь можно бомбу, по идее, поставить, которая в них не попадет. Есть! Хорошо. И все. Теперь этого замораживаем. Все. Серый ребеночек, я иду к тебе. Привет. Я серый ребеночек. Так. Интересно, что бомба тоже замедляется, когда я в нее попадаю иногда. Так, хорошо. И чуть-чуть осталось. Ой, он меня попал. О, что же мне теперь делать? Ждать, пока зарядится гвоздь и отдаст мне это здоровье. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. И... Давай. Отлично. Чуть-чуть. Бусечка. Хорошо. Вот как. Ах, хорошо, приятно. Особенно синим ребенком. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.